У творчества нет возраста. Так считают участники клуба «Активное долголетие». На этот раз они посетили тематическую встречу с поэтессой Светланой Чередановой. Мероприятие приурочили к ее дню рождения. Друзья Светланы подготовили творческие поздравления. Также в рамках лекции прозвучали стихи в исполнении участников театральной студии «Меридиан». Мои ближайшие время планы – жить без планов. Просто радоваться жизни, ничего не планировать, а принимать каждый день как подарок. Поэзия – это таинство, и нельзя писать по заказу. Как говорили поэты, о, если б знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Никогда не знаешь, какое событие в жизни вдруг затронет твою душу, и родятся какие-то строки.